Доброе утро, дорогие друзья, доброе утро, с вами «Бизнес-завтрак», я Роман Дусенко на радио «Медиа Метрикс». У меня в гостях замечательный человек Алексей Воронин. Алексей – это серийный предприниматель, инвестор, ментор. Вот прямо сейчас мы думали, как это правильно упаковать, потому что на самом деле каждое слово несет в себе очень серьезный смысл. Леш, доброе утро. Доброе утро. Большое тебе спасибо, что ты согласился прийти, потому что с нашей последней встречи, помнишь, мы делали фотосессию для журнала GQ? Да-да-да. Прошло сколько? Лет 6, наверное, да? Больше. Больше, да. Это лет было 8. Бизнес-школа Сколково. Кстати, ты приезжаешь в школу? Как конечно, ты, да, конечно, нравится? Да. Знаешь, я очень люблю туда приезжать работать. Для меня это, знаешь, как-то место силы, как говорится, вот заряжаться энергией. А что, где твое место силы? С чего ты заряжаешься? Мое место силы – это моя семья. Это моя семья, это мои ученики. Это, как ни парадоксально, еще, знаешь, баня и бассейн. То есть, такие телесные удовольствия, да? Да, такая, знаешь, скажем так, бассейн – это какая-то динамическая медитация получается. А как ты плаваешь? Каким стилем? Слушай, я очень спокойным стилем плаваю вообще… Долго? Да, потому что, ну, относительно, там, час? 20, 20, 30, 40 минут, да. Или хожу на степе, даже не бегаю, а хожу. В этот момент происходит очень интересная история, мне как-то мозг немножко очищается, и начинают мысли правильно в голову приходить. Очень полезно. Вообще медитация очень полезная штука. То есть вот для того, чтобы чувствовать себя комфортно, в полном сил, как ты сегодня выглядишь, ты используешь такие разные практики, духовные какие-то в том числе даже. Я не хочу называть их слово духовными, но я хочу сказать, что это практики, увеличивающие твою персональную эффективность. Супер. Ну и вот как бы вернусь к нашей последней встрече. Сегодня, тогда мы были с тобой учениками Сколково, а сегодня ты серийный предприниматель, инвестор, ментор. Что, какой огромный путь ты прошел, если вот самые главные мазки? Ну, свой первый бизнес я начал 21 год, я стал генеральным директором компании, это была логистическая компания, называлась ВБ-Транс. Так получилось, что я начал свой первый бизнес, мой партнер был достаточно серьезным уже предпринимателем, мы с ним купили напополам достаточно большое количество автомашин, там 24 штуки, если мне память не изменяет, в совокупности это уже был мой первый миллион долларов, то есть я владел 50%. Вот. Ну, потом, соответственно, было достаточно 7 лет логистики, таможня, брокеры, потом было Сколково, потом был госзаказ. У меня вообще 4 высших образования. Это, кстати, одно из них, это как раз по госзаказу, да? Да, у меня вообще 4 высших образования. Свое первое, кстати говоря, высшее я заканчивал 9 лет. Потому что я же на третьем курсе шел, но я же все, бизнес. То есть все теперь. Это какие были года? Слушай, это какие-то 90-е. Я помню, что я 98-й год, это был как раз, я помню очень хорошо этот год, потому что был год кризиса, и у нас там, типа, вот я очень хорошо помню этот момент, это где-то 97-98 года. Как раз очень такие. И вот можно ли назвать вообще вот то, что с тобой произошло некой трансформацией? Да, конечно, безусловно. А что послужило вот как бы щелчком, моментом, вот запуском внутренней твоей трансформации к тому, кем ты стал сегодня? Ты знаешь, там есть несколько основных частей, но я считаю, что на сегодняшний момент я нашел свой путь, я нашел, как сказать, осознал свою миссию, осознал свои ценности. Как она звучит? Ну, моя миссия – это, знаешь, как это, давать качественные знания и навыки тем ребятам, которые хотят расти, выращивать предпринимателей, это вот так. А если путь, то это, ну, то есть, такая, знаешь, как указывающий путь, называют это. Mm-hmm. То есть, маяк, да, какой-то получается, ну, по сути, да? Слушай, а вот очень важно, мне кажется, ты сказал очень важную фразу ребятам, которые хотят расти. Ведь очень много людей, которые обращаются, очень слушают, много смотрят лекции, но на самом деле ничего с ними не происходит. Почему? Хороший вопрос. Знаешь как, можно хотеть, а можно хотеть. Или ты хочешь для галочки, или ты на самом деле хочешь. Ты знаешь, все дело на самом деле вот в неком фокусе, на мой взгляд. Как только ты фокус с проблем переводишь на фокус на возможности, ведь наш мозг не отличает мысли от реальности. Ты мне сегодня сказал, это удивительная вещь. Да, и, соответственно, если ты помнишь, я привел пример, что катаешься ли ты на лыжах. Да? Куда смотришь, да? Тот же самый эффект в машине, тот же самый эффект на роликах, тот же самый эффект на мотоцикле. Куда смотришь, туда едешь.
Как перевести взгляд в этот момент, когда ты понимаешь, что ты врубишься сейчас в дерево, на что-то другое? Перестать смотреть на проблему, потому что ты в нее врубишься, а начать смотреть на решение проблемы. Это очень непросто, именно для этого нужен внешний фокус, внешний наставник. То есть, это ментор. Именно роль коуча и наставника, ментора, да? Да, да. Первое. И, соответственно, то, куда ты сможешь, то и, соответственно, увеличивается в твоей жизни. Это банально. А дальше, когда у нас же в мозгу есть такая штучка, называется ретроспективная сеть. Она фильтрует информацию. И ты отдаешь ей приказ, условно говоря. Представь, что ты сможешь на проблему. Конечно, в твоей жизни будет приходить больше разных вариантов этих проблем. Как беда пришла не одна, а твоя врата. Да, закон Мерфи, да? Неприятности приходят одна. Да, оно, соответственно, как только ты начинаешь на возможности, вот, ты отдаешь приказ мозгу, и мозг начинает волшебным способом подтягивать тебе возможности. Это происходит, кажется, волшебство, знаешь, как волна удачи такая. И от момента очень просто сильно сместил фокус и начал, условно говоря, в правильном состоянии правильно действовать. Слушай, ну вот нас смотрят многие, да, вот сейчас смотрят 3500 человек предпринимателей. Вот они говорят, слушай, ну так классно, говорит, вот как взять и сместить фокус? Есть какой-то первый шаг, с чего можно наступить? Да, все банально на самом деле. Смотри, давай начнем с какой-нибудь конкретной проблемы. А давай, кстати, я знаю, что к тебе огромное количество людей приходит. Наверное, самая яркая и самая простая, может быть, продажи, если я не ошибаюсь. Да, давай я сейчас начну со своего благотворительного проекта. Давай, хорошо. У меня есть проект, называется «Крылья». Он для тех ребят, кто попал в сложную жизненную ситуацию. Это предприниматели? Предприниматели. Предприниматели, которые попали в сложную жизненную ситуацию, ты им помогаешь? Да. Все же считают, что они всем должны помогать. Это правда. Но то есть многие занимаются там детьми, стариками, много голодающими, делают, да, там, больными и так далее. А предпринимателям никто не помогает. То есть, а когда ты попал в жопу, да, то ты даже не знаешь, за что хвататься. То есть тебя захватывают эмоции, ты не знаешь, что делать, тебе кажется, что мир обрушился. И даже пойти, в хорошем смысле слова, поплакаться некому, да. Поэтому, соответственно, в этот момент, знаешь, когда, кстати говоря, этот проект запустился, когда мне продажник, представь себе, продажник сказал: Алексей Валентинович, там вот молодой человек, мне кажется, ему нужна помощь, могли бы вы с ним бесплатно поговорить? То есть, тот человек, который продавал твои услуги, услышал, да, на другом конце такую боль? Слезы. Ты поговорил? Да. Что с предпринимателем случилось потом? И после этого я осознал, что… Ты знаешь, я осознал такую вещь, что, наверное, надо делать такой проект. Я сам чуть не расплакался, если честно. То есть, прям сильно. На самом деле, а по большому счету, ничего такого сложного в нем, в решении проблем нет. Ведь что происходит, когда происходит в нашу жизнь проблемы? Давай отсюда начнем. Да? Потому что это принятие решения, это как бы следствие того, что приходит в твою жизнь. Плюс или минус, да? Принятие определенных решений. Да. Основная задача, когда приходит очень какая-то большая проблема, она, в принципе, делится на три основных фактора. Первый – это эмоционально, банально. Для этого мы просто начали создавать группы поддержки, и я по вторникам в 10 утра на своем YouTube-канале, я надеюсь, через некоторое время смогу это делать уже на каком-то радио, может быть. Хочу сейчас как раз пообщаться с несколькими главными редакторами. Но, в общем, сейчас это выглядит так. В 10 утра по московскому времени я иду в YouTube-трансляцию на своем YouTube-канале Алексей Варин. Соответственно, ребята смотрят. И смысл в том, что ребята организовывают группы поддержки и развития. Сами. Есть группа в Москве, можно в Москве приходить, есть группа региональная. То есть можно, но это онлайн или офлайн? Сейчас около 140 групп, это онлайн. Ого. Нет, но сейчас это они собираются офлайном. То есть задача собраться офлайном. В каком-нибудь городе, да? Да, в любом месте, где можно открыть ноутбук и включить. Это там собираются люди, которые в данный момент им тяжело. И они просто решили друг другу помочь. Очень просто. Тебе тяжело? Тяжело. Собирай группу. Все понял. Все такой принцип. Почему? Потому что там есть несколько механик. Первое, что внутри группы все бесплатно. Второе, ты не имеешь права зарабатывать другую. То есть, если ты маркетолог, ты бесплатно оказываешь маркетинговые усилия. Если ты юрист, ты бесплатно юридические консультации даешь. Если ты производственник, ты помогаешь, чем можешь. Там записной книжкой и так далее. Получается такая группа поддержки, где можно прийти и поделиться. Это капец как важно выговориться. Ты же психолог еще по одному из образований. Да. Я думал, что я научусь психологии бизнеса, но меня постигло жесткое разочарование. Там было в основном психиатрия. Пришлось самому учиться. Около сотни тренингов где-то я закончил различных дополнительных образований, начиная там от Big Data, заканчивая там психологией. Но не суть. И в этот момент, знаешь, как бы я понял, что у людей, у которых проблемы, слишком много забирали в этой жизни.
И пришло время начинать отдавать. Эти люди забирали. Эти люди забирали. Есть такая очень простая механика, которая позволяет выйти. Но сначала ты просто поделился. Потом дальше ты составил план. Ну, стандартно. Потому что, когда проблема большая, она кажется непобедимой. Но когда ты делишь ее на маленькие подзадачи, то маленькая задача, во-первых, легко решается, во-вторых, она дает энергию. В-третьих, она сразу дает, как бы, ну, ощущение победы. Слушай, ну это такие простые решения. Люди не могут додуматься до них сами. Мне, чтобы до этого додуматься, понадобилось 6 лет. Ого. Все простое, как правило, очень непросто додумывается. Если ты можешь объяснить ребенку, значит, там очень серьезная работа. То есть все, что выглядит просто, на самом деле очень сложно. Вот внешне все очень просто и действенно работающее, это значит, это очень глобальная работа. То есть мне понадобилось на это 6 лет. Потому что это же постоянная задача. К ментору всегда приходят с проблемами в основном. Ну да, и тебе надо найти решение. Когда все отлично, редко приходит. Ты все время становишься профессионалом по проблемам. Вот. Соответственно, и когда ты бьешь на маленькие задачи, у тебя получается план. То есть основная задача группы еще потом сделать план. Цель, гипотеза, план. Для каждого из участников. Для каждого из участников. И каждую неделю контролировать. То есть, и как бы, как говорится, поделился, все гениальное просто. Да? Поделился, потом посоветовался. Плюс у группы есть записная книжка. У каждого общая. Есть, да, у каждого. У тебя в записной книжке от 500 до 5000 контактов. Угу. У каждого. В ней есть ответ на любой вопрос. И любой ресурс. И дальше запускается очень простая механика, как людям начинать отдавать обратно то, что они взяли. Как бы. Но когда у тебя проблемы, означает, что ты слишком много забрал. Ты слишком много о себе думал, ты слишком переоценил свои силы и так далее. Это неплохо, хорошо, так есть. Uh-huh. Но теперь надо уравновесить весы, надо начать отдавать. И что мы для этого делаем? Очень просто. Значит, должен сделать не меньше 100 бесплатных консультаций. То есть любой предприниматель, у которого сейчас беда, ты ему разворачиваешь мозг, что он не должен. Он во вторник садится, открывает YouTube канал Алексея Воронина. И смотрит. Собирает 3, 5, 10 друзей. И говорит: ребята, а кого давайте вот? Мы каждое утро в 10 утра даем сначала алгоритм, потом уже ведем разбор. Ага. И у каждого, у кого беда, да, ну, то есть первое, что надо сделать, просто цель, гипотеза, план. То есть, когда ты на гипотезы, на план бьешь большую проблему, она перестает быть проблемой, просто становится задачей. Угу. И после этого очень важно понять одну очень простую вещь. То есть, одна из таких классических механик, что в торговле, то есть понять, в чем ты эксперт. Начинать делать бесплатно это для группы. В группе, напоминаю, нельзя ничего кому продавать, только можно все бесплатно делать и нужно. Кстати, человек за это платит обычно, в хорошем смысле слова, репостом, социальными сетями, отзывом и так далее. Получается механика вирусная механика, которая позволяет монетизироваться без денег. Угу. Денег же нет, напоминаю, да, то есть мы подразумеваем, что из-за того, что денег нет. Да. Но у всех есть соцсети, у всех есть записная книжка. Ты можешь делать пост в социальных сетях, ты можешь делать репост, ты можешь делать отзыв, ты можешь дать какую-то в чатах где-то побросить отзыв и так далее. Соответственно, 100 бесплатных консультаций дает в среднем там 10 клиентов. Прикольно. 100 бесплатных, 10 клиентов. Для того, чтобы запустились автопродажи, на мой взгляд, нужно где-то около 100 хороших кейсов. Неважно в чем, в продукте, в услугах, в каких-то маленьких историях. Это, кстати говоря, абсолютно трансформируется на любой бизнес. Кстати, вот ты знаешь, у меня… Сейчас, ага. Например, какой-нибудь магазинчик, да? Вот там есть классические чит-коды, как магазинчику выйти из задницы, да? И сей управление ценообразованием социальных товаров. Но есть очень крутая штука, то есть ты можешь поконсультировать 100 человек по открытию магазинчиков. Как ты думаешь, сколько из них захотят с тобой еще открыть дальше магазинчики? Ну, как партнеры могут стать. Тут вырисовывается франчайзинговая сеть. Угу. Согласен? Да, конечно. И все. И, в принципе, человек зажигается, он видит перспективу, у него проблема отходит на второй план. А даже когда, ну, даже если это долги какие-то глобальные, одно дело, когда ты не понимаешь, как из них выйти, но у тебя есть план, это уже не долги, это уже как бы партнеры. То есть ты говоришь: ребята, долги, ну хорошо, давайте, вот я иду в такую тему, давайте еще долго выходите в партнерскую какую-то историю. Слушай, вообще партнерство, оно раскрывает очень многие двери. Я могу сказать так, что из этого опыта очень много ребят, кому-то были должны, потом стали партнерами. Потому что долг – это такая история, которая, если он не может отдать, но он может отдать перспективой. Слушай, тогда сразу вопрос, а вот ты, например, если к тебе приходит человек и говорит: слушайте, у меня вот нет денег, например, да, но я хочу пригласить вас к себе в партнеры, это тоже может такая рассматриваться тема? Маловероятно, но может. Объясню. У меня сейчас, вот почему сейчас у меня основной фокус в Воронин Клаб, я основные деньги зарабатываю сейчас обучение. Потому что я подумал, ну, я серийный предприниматель, я бизнес-тренер, там, ментор, наставник, коуч, назовите как хотите. Почему мне не соединить?
У меня очень хорошо получается указывать путь людям, вести их, да. Очень хорошо получается расти. То есть без ложной скромности скажу, что я тот, наверное, один из, может быть, единственный или один из немногих людей в России, кто с высокой степенью вероятности, с разными степенью вероятности, может привести вас к миллиарду, к обороту. От какой-то планки или от нуля? Ну, ко мне в среднем приходит 50-100 миллионов. Угу, твоя целевая аудитория. С оборотами, да. 50, 100, 300, 400. Ну, то есть, это удвоение, утроение, усиление. Слушай, ну то, что возможно и доступно для тех, кто зарабатывает такие деньги, недоступно для простых предпринимателей. А есть какой-то продукт, который вот где есть простые вещи, которые тоже можно услышать? Да, есть. У меня есть онлайн-продукт, потому что офлайн стоит достаточно дорого. Это стоит там около от 600 тысяч до 5 миллионов. А онлайн-продукт стоит 30 тысяч рублей в месяц. Там, даже... А бесплатно есть какие-то сайты, которые есть. Люди могут смотреть? Да, есть. У меня на моем инстаграме, в Ryan Club, в инстаграме и в чат-боте и в телеграм-канале каждый день практически выходят статьи. Огромное количество контента. И есть бесплатные семинары онлайн. Mm-hmm. То есть у меня есть 5 бесплатных таких, знаешь, по 5 упражнений. Как вот точные действия в какой-либо сфере, там энергия, мышление, система, продажа, упаковка. Но это все тобой прожито, то есть это вот именно то, что ты сам делаешь. Или прожито мной, или прожито моими учениками. Слушай, классно. Сейчас тогда скажу. Извини, и я просто решил совместить. Я в итоге сделал такую услугу инкубатор. То есть есть пакет, в котором ты платишь определенную сумму денег, обычно он длится полгода-год, это длинный пакет, а я еще просто хожу в долю к компаниям. Таким образом, всем интересно. И самое интересное, что конверсия сильно увеличилась после этого. Потому что люди понимают, что это не просто, условно говоря, воровин зарабатывает деньги, а он еще… Проконсультировался, а он еще несет ответственность. Он еще даже не сколько несет, а он вписывается. А для людей, как оказалось, это очень важно. То есть конверсия стала практически 100%. Круто. Вернемся к теме нашей программы. Повышение эффективности бизнеса через принятие решений. Вот если взять совокупно большинство компаний, которые обращались к тебе, какой наиболее частый вопрос звучит у людей? Слушай, давай возьмем банальную вещь, с чем приходят вот на крыльях и о чем молчат большинство других ребят. Угу. Там, вот если честно, есть основные проблемы, то давай назовем продажи. Давай. Хотя это совокупность проблем. Угу. Ну, пометуя о том, наша тема, да, о чем, как бы, что нужно делать, но самое важное, что надо перестать делать. Что не нужно, да? Да. И тут мы подходим к принципу принятия решений. Есть техники, сейчас не буду о них говорить, я сейчас буду говорить о классических историях. Но смотри, какой-то ситуации проблемной в жизни, например, продажам в бизнесе, вы пришли, почему? Потому что есть, как правило, несколько, еще на кассовый разрыв, как следствие, uh-huh, да, uh-huh. То есть такая еще более глубокая проблема. Но кассовый разрыв, из моего собственного опыта, это обычная проблема не продаж, это обычная проблема неисполнения обязательств. То есть не вовремя исполненные обязательства начинают тянуть за собой фокусировку, ресурсы, люди, время, деньги, как следствие, и получается кассовый разрыв. Например, в стройке, да, ты строишь там за 6 месяцев, а ты строишь 9 месяцев. У тебя через 3 месяца начинается кассовый разрыв, потому что у тебя... Старое еще не закончилось, а новое, пока ты не можешь приоритизировать количество каких-то людей на новый проект, на новую стройку. Поэтому давай начнем с продаж. Ну, да, есть банальная история. Значит, первое, надо понять, а почему, собственно говоря, не продается. Почему? Да, почему? Для этого нужно заполнить так называемую воронку продаж. И просто посмотреть, сколько лидов у тебя входит на входе, сколько лидов у тебя конвертируется по каждому этапу по так называемой продажной воронке. И второе, так посмотрите на маркетинговую воронку. Что из них, то есть там услуга показы, клики, заявки. Это маркетинговая воронка, так называемая. Ну вот погнали дальше. Вот мы смотрим эти цифры. Ты знаешь, что настоящая магия происходит, когда ты смотришь цифры? Потому что магия – это и есть цифры. Волшебство – это и есть цифры. Потому что ответ уже будет очевиден на самом деле. И ты видишь, на каком-то уровне, например, что-то западает. То есть, если у тебя хорошая визия конверсии, да, мы считаем, что хорошая, то есть вопрос просто банально добавить лидов. Ну да, логично, увеличить. Вообще нет. То есть принять решение, для того, чтобы принимать решение, делать первую цифры. Нужно знание, что сейчас происходит. Угу. Второй момент. Это я начинаю уже как бы вариации на тему рассказывать, да? Второй момент. Например, конверсия ужасная. То есть заявок много, конверсия очень плохая. Ну, как правило, здесь следующий этап. Это или что-то связанное с отделом продаж. Угу. Как показывает мой опыт, значит, с отделом продаж он или не знает продукта, или банально, знаешь, как бы продает, не решая проблемы клиентов. То есть просто продает.
Просто продает, не объясняя. То есть сейчас уже просто продавать не канает. Угу. То есть сейчас уже нужно понимать, какую проблему. То есть гравицапа просто никому не нужна. Нет, гравицапа 2.0 это когда ты понимаешь, какую проблему гравицапа решает. Угу. А, это причем как-то не банально работает везде. Даже вот в том же самом пресловутом магазинчике, да, когда бабушка пришла за сахаром, она же не сахар покупает, она решает какую-то проблему. Варенье сварить там или там. Например. Или побаловать себя вкусностью к чаю. Ну да. Потому что она не может себе позволить. Если ты в этот момент делаешь правильный call to action, призыв к действию, ставишь табличку, говоришь, вкусности к чаю со скидкой 50% попробуйте вместо сахара, потому что он там... Это смешно, но это работает. Это как бы ты начинаешь фокус потребителя смещать на решение проблемы. И когда если это слопывается, ты богатый человек. Потому что бабушка покупает сахар, не, ну, мы сейчас не будем брать крайности, потому что у нее просто банально нет денег ни на что, да? Но вот если она хочет тебя побаловать, если вы услышали, то она может побаловать себя чем-то другим. Это именно как бы призыв к действию. Да. Погнали, следующий момент. Значит, следующий момент, например, очень мало входящих лидов. Ну, тоже банальная история. Тут очень банальный вопрос, а вообще что вы подаете? Это вообще востребовано? Из моего опыта от 60 до 80% всех проблем с продажей связаны с продуктом или с изменением бизнес-модели. Приведу реальный пример. Представь себе, большинство услуг или товаров сейчас становятся так называемые commodity. Что такое commodity? Commodity – это… Ты лет 5 назад на такси катался? Практически нет. Ну, помнишь, как Шереметьево ездил? Наверное? Ну, тут мы поднимали руку, там звонили кому-то. Да, да. Там, ну, да, я понял. Да. Сколько стоило? Да фиг с ним звонить. Я тебе могу сказать, 2000 стоило Шереметьево, от сейчас 1000. От 2 до 4. Да. В зависимости от машины. Классно. Да, 5 лет назад. Ты просто забыл. Да. Ты просто забыл. А я-то помню, что около 3000 стоило. А сейчас сколько? 750? 850? 1000 рублей, короче. 1000 рублей. В 3 раза. Подешевело. В 2-3 раза. Даже если 2 было. То есть рентабельность перевозки снизилась в 3 раза. Все, это commodity. Это то, что устанавливается биржей. То есть ты не можешь на это влиять? Ты не можешь на это. Нет, ты можешь на это влиять, но это устанавливается биржей. Внимание, вопрос. Ты уже сейчас commodity. Все, что сейчас происходит вокруг, это commodity. Если ты не будешь работать над ценностью продукта, над пониманием, какую проблему ты будешь решать, ты commodity, ты обычен. То есть, представь себе, ученик пришел ко мне, визы. Занимается оформлением виз. Так себе бизнес, потому что за $50 покупают, за 100 уже нет. За 75 уже думают, конверсия сильно падает. Итого, значит, средняя цена, которую покупают, 50. Но ты все время там 10%, 15% рентабельности. То есть такой самозанятый. То есть масштабирование вообще непонятно как. Была задача увеличить средний чек в 10 раз. Мы увеличили его почти в 25. Ого. Хочешь узнать как? Конечно. Мы начали общаться с клиентами, поняли, что у них есть две основные проблемы при оформлении визы. Дай-ка я отгадаю. Отгадаешь, какие? Ну, я так как часто делаю визы сам, я думаю, что первое – это головная боль – создание всего пакета этих документов. А, ну, время. Да, время. То есть это... Боль, время и потеря времени, если что-то неправильно. Да, вот да. Это время. Да, 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 да. Отлично. Вторая какая? А, это надо прийти, отдать, получить. Ну, давай, ну, предположим. Вот сфотографироваться, не знаю, там, ну… Еще. Риск то, что тебе не дадут. О. Страшно, не дойдут, и сорвется поездка. Да, и сорвется поездка, да. Представь себе, у тебя забирают, мы сделали продукт, называется «Паспорт свободного человека». Звучит? Круто. Тебе на месяц забирают паспорт, когда ты можешь. И за примерно 2-2,5 тысячи долларов тебе ставят туда сразу от 8 до 10 виз. Ого-го. А, сейчас американская проблема, но раньше это было свободно. То есть американская, английская, шенгенская, китайская, японская, австралия, еще какая-то. Ну, короче, ты все континенты. Канадская, ты можешь проехаться по всем континентам. Причем они ставятся на максимальные сроки, потому что ставится сначала основная виза, которая заходит, а потом ставятся уже все остальные. Средний чек во сколько вырос? Я понимаю, да. То есть, во-первых, поменялась целевая аудитория и очередь. То есть, он нашел тех людей, которым этим, именно он это нужно. Он нашел проблему, которая закрывает сразу все боли, страхи. Угу. Ты приходишь, и ты получаешь паспорт на человека в течение 3-5 лет. Ты вообще не паришься. Да. Следующий вопрос. Как ты думаешь, когда ты получил паспорт на человека, ты кому в следующий раз звонишь по поводу тура? Конечно, ему. И тут возникает следующий вопрос. Еще одна ученица пришла, турфирма. Тоже commodity. Их надо схлопывать. Сейчас, нет. Ну, тут как бы как же их хлопнешь? У каждого свои фокусы. Представляешь, турфирма, да? Тоже commodity. Да, все, Турция. Ретабельность 10%, если повезло. Значит, у нее был средний чек 50-60 тысяч. Это, кстати, нормальный средний чек по нынешним временам. На человека, да? На человека, бизнес-класс. То есть, такой бизнес-класс. То есть, мы поняли, что у нее целевая аудитория, и было всего 15-20 таких, знаешь, близких друзей, которые через нее работали. Вопрос, как изменить ценность продукта, чтобы увеличить средний чек в 10 раз? Ну, давай попробуем пофантазировать. Это значит предложить тебе нечто, что ты действительно хочешь в то время, когда ты можешь.
Скажи, ты мечтал о кругосветке когда-нибудь? Поехать, ну, вообще да. А можешь ли ты это сам сделать? Ответ? Ну, в принципе, да. Но вопрос времени, там, о, головников. Время, сколько? Головников. Да, да, да. А хотел бы ты, такое же было исследование предпринимателей по целевой аудитории или топ-менеджеров. Понял, что есть две большие ценности. Посмотреть мир, то и поучиться. А если совместить? Круто. Бизнес-кругосветка с обучением в каждом за 2 года бизнес-кругосветка. Ты 2 года уезжаешь на 2 года? Нет. Ты каждые 3 месяца куда-то едешь. А за год ты приезжаешь в весь мир. Потому что у тебя еще время, ты не можешь больше на 2 недели уехать. И ты за 2 недели каждые 3 месяца. 2 недели это классический отпуск любого менеджера. И раз в 3-4, то есть раз в 6 месяцев или раз в 3 месяца ты можешь куда-то уехать. Пошли дальше. Я тебе еще круче скажу. То есть, соответственно, человек увеличился, ну, то есть, за кругосветку. Сразу же ясно. Еще обучаешься. А теперь хочешь вау-эффект? А, я говорю, слушай, а теперь канал сбыта. Ну, понятно, что первая история, но все-таки 500 тысяч средний чек, ну, как бы, не прям вау, да? У кого есть деньги 500 тысяч, кто их отдаст со страстным желанием только за 5? Очень мало таких людей. А я тебе хочу сказать, что мы так и сделали. Вот в чем, знаешь, как бы сила ментора, сила наставника, сила фокуса и сила. Потому что во мне аккумулировано, я думаю, ну, тысяч от 5 до 10 бизнес-моделей. А новые бизнес-модели это наслопывание разных бизнес-моделей. Угу. Мы пришли к. Какая основная проблема, как мы только что с тобой обсуждали, в крупных компаниях? Проблема, ну. Ну, основная, вот что мы сейчас с тобой обсуждали. А, продажи. Продажи, да, продажи. Вопрос. И это проблема у всех же? Конечно, абсолютно. Даже если у тебя хорошо с продажами, абсолютно, все хочешь... ты всегда хочешь больше продаж. Внимание, вопрос. А теперь представь себе ситуацию. Приходишь в коммерческом директору и говоришь, смотрите, мы вам продолжаем 4-6 за год. Если у вас менеджер продажи, у него, например, базовая выручка должна быть 2 миллиона, если он делает 4, он едет бизнес-кругосветку на квартал. Бесплатно. Бесплатно. То есть за дельту, которую вы приросли компании. Вы в часть тратите на мотивацию. А как показывает опыт, это срабатывает гораздо лучше, чем деньги. Да. Потому что деньги ты получил, ты уже потратил. Да. А путешествия, и особенно с семьей. Ну, если и там, компания в плюсе, никаких костов. И от этого предложения невозможно отказаться. Да. Причем сам коммерческий согласится. Сам коммерческий будет работать. Сам будет работать для того, чтобы поехать в кругосветку. Получается, у них есть деньги, у них есть мотивация, бесплатное приглашение. А самое главное, кругосветка же в долгую, то есть, по сути, он приклеивает сотрудника на минимум там на 2 года. А ты же знаешь, самая высокая текучесть именно через продавцов. Да, и тут сразу люди понимают, что если они сделали 2, то можно сделать 4. Если сделали 4, могут сделать 5. Даже ты все знаешь. Да. Если это совместить с дорабатыванием продукта, если это совместить с дорабатыванием. То есть, вот так вот из банальной турфирмы. Ты делаешь продукты, которые невозможно отказаться. Скажи, пожалуйста, вот мы сейчас с тобой говорим, ты видишь, я искренне улыбаюсь, потому что ты видишь, как рождается вроде как будто бы на пустом месте, да, и для людей… Миллиард. Да, миллиард. Ты понимаешь, что это миллиард на бизнес? Я понимаю, я просто говорю о другом, что большинство людей думают, слушай, ну это так просто, вот сидит Алексей там фантазирует, это так просто. А ведь это же, ты правильно сказал, что это же как раз умение увидеть вот эту потенциальную возможность, ведь она же не видела этого. Она этого. Поэтому я так дорого и стою. Поэтому я, наверное, один из самых высокооплачиваемых на российском рынке. Хотя, может быть, есть и более дорогие. Но личное общение, вот представляешь, вот каждую неделю теперь я так с ним работаю. Что с ним, почему за миллиарда? Вот мы с тобой посидели, часик пообщались. Все, план. Все, мы. Ну там, может быть, даже не часик, может быть, это требует там месяц для изучения. Ну, системности бизнеса, да, там что происходит, там, да. Ну, скорее всего, исследование потребителей. Потому что бывают специфичные потребители, не всегда понятно, что они хотят. Но через месяц уже есть план. Ты не имеешь какие-то компании, которые следуют этим? Или ты все сам? Это ты. Ну, то есть это клиент. То есть клиент сам изучает себя. Как только мы нанимаем какую-то компанию, это все плохо заканчивается. Потому что ты не слышишь проблему. Ты не понимаешь, в чем проблема. Основная, на мой взгляд, проблема, что мы очень много делегируем основные функции. Общение с клиентами – это основная функция вообще. Это как раз тоже к теме нашей программы, общение с клиентами как элемент принятия решений. Да, то есть, нет, как клиенты принимают решения. Как клиенты принимают. Проинвестировав в тебя время и деньги в твою компанию. Какую проблему ты решаешь и с каким привычным способом конкурировать ты, каким привычным способом делать что-либо ты конкурируешь. Угу. То есть, представь себе, значит, есть же исследование стартап S&P 500. Так вот, те компании, которые в схожих областях X2, X3 больше стоят, чем конкуренты, у них на всех совещаниях, без исключения, лежат данные
о том, что хотят клиенты, что не хотят, почему покупают. То есть все ориентируется только на клиента. И введено в правило общение с клиентами всех уровней руководителей, включая. Почему Герман Геф ходит на какие-то, вот я клиент Сбербанк первого, Геф к нам приходит и общается. Он задает вопросы, он общается. И это, я работал в Сбербанке, я был директором перспективного проекта дочки Сбербанка, я занимался развитием малого предпринимательства, в том числе в интересе Сбербанка. У нас постоянный фокус, что хочет клиент, какой продукт, чем было, что хорошо. И это постоянное тестирование, вот заходит, не заходит. То есть раньше, если были АБ-тесты, так называемые исследования лендингов, то сейчас это продуктов. Продуктов. Причем в реальном времени. Причем еще АБ-тест цены на каждый продукт. Какой продукт даст больше выручки. А теперь еще соедини это с самым конверсионным менеджером в реальном времени, и самым коротким циклом сделки, и самым маржинальным товаром, ты получаешь X10. Да, точно. Окей, с продажами разобрались. Какие еще очень важные вопросы задают предприниматели? Давайте еще один пример, чтобы было более понятно. Представь себе металлистов. Ну, вот металлоконструкции, металл. Uh-huh. Ты занимаешься металлоконструкцией, металлом, а это вообще коммодити. Ну, то есть там реально 5-10%. 50 рублей стоит кусок. Ну, нет, ну там большие швеллера, ну, да, производство, да, да. Но там тоже 10% маржа. И огромные корпорации давят. Начали исследовать. Выяснилось, что у него металлоемкость классическая на квадратный метр 50. Я могу в каких-то цифрах ошибаться, но, по-моему, 50 килограмм на квадратный метр. Ну, условно говоря. Оказалось, что он… Я говорю, а в чем ты вообще хорош? Вот следующее правило при принятии решения – понять, в чем ты хорош, и на базе этого делать свои продукты. Я же хорош тем, что я умею преподавать. Учить, потому что я еще, как говорится, с бурной молодостью все пошло. Вот. Представьте себе, металлоемкость, да? Он говорит, я умею… Долго копались, на самом деле, это занял почти месяц. Но когда мы докопались, на этом все закончилось, он пошел в свои миллиарды. Вот тебе представь себе, как пойти. У него был оборот там, ну, 20-30 миллионов рублей в месяц, там, от 10 до 20 миллионов. Причем, напоминаю, 5%, 10%. Если 10, это огонь. То есть это прям. Теперь вопрос, как сделать 100%? И чеки увеличить. Оказалось, что он умеет только хорошо считать. Потому что у него есть несколько экспертов, которые реально хорошо считают. И говорят, а в чем это появляется? Он говорит, ну, мы можем уменьшать металлоемкость. Я говорю, а почему ты это не рассказываешь своим клиентам? Что такое уменьшение металлоемкости? Ты был в Шереметьево, терминал Б, видел, какие там длинные балки? Да, огромные. Вот каждый метр балки – это время, деньги, причем x2. Ну, то есть, это очень дорого. То есть, короткая балка – это, ну, их много надо, чем одна длинная. Но одна длинная дороже, чем короткие. Дешевле. Дешевле. Она сама дороже, но в совокупности получается дешевле, потому что уменьшается металлоемкость. И срок возведения сокращается. То есть быстро считать. Ну, то есть одну замонтировать или там 100. 5 по 10, да. Если так, очень усредненно и очень верхнеуровнево. И вот получается, что он может снижать металлоемкость. Я говорю, а давай посчитаем какой-то эффект для клиента. Помнишь, магия цифры? Да, 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 да. Принять решение. В чем ты эксперт, а теперь посчитаем, а теперь протрансформируем это в продукт. Оказалось, что он может быть на 30%, там, от 30 до 50% почти в два раза. Дешевле, чем конкурентов. За счет того, что у него там он может больше площади давать, балка-то длинная. То есть у тебя больше полезной площади, не надо опоры ставить. Понимаешь, балка длинная, да, то есть металлоемкости меньше, умеет считать правильно. То есть сразу меняется конструктив. Конечно. А это означает плюс дешевле, быстрее, и плюс 30, от 20 до 30% плюс к площади. Я говорю, а тебе давай-ка просто на теперь это на одну листочек ты это клади. Иди-ка ты по кабинетам. Он зашел, вышел с квадратными глазами. Ему сказали больше никуда не ходить, поскольку он обеспечен работой теперь на всю оставшуюся жизнь. Ну, потому что это. Значит, основная проблема, как сделать. То есть нет проблемы. То есть что? Да, он уже забрал этих клиентов. Он сейчас уже в шоке. То есть у него сейчас производство в 3 смены. Значит, сейчас вопрос на нем персонала, систематизации. Ну, то есть масштабирование уже пошло. Да. Ну, все, но тема с как бы поиском. Ниш там и продуктов. С поиском, где миллиард закончен. Он понятен. Слушай, где. Ну вот прекрасно, да. И плюсы, плюсы, плюсы. А бывает антикейс, где неудача. Вообще, очень правильный вопрос. Конечно. И я вообще, честно говоря, хочу запустить кейс, как бы видеоотзывы, у кого не получилось. Угу. Ведь это же тоже очень важно. Слушай, это вообще капец как важно. Вот все, много инфобизнесменов, все очень любят показывать кейсы. И надо понимать, что это тоже, ну, где-то приукрашение, где-то правда, где-то… На любом сайте там внизу куча отзывов. Да, это классно, круто, все. А я вот хочу антикейсы.
И прям вот у меня, наверное, уже прям созрело, это я прям и в Инстаграме у меня будет, и на Ютубе. А я буду спрашивать ребят, почему у них не получилось. То есть ты вроде давал всем одинаковые, а у кого-то получилось, у кого-то нет. Да. И вот тут мы подходим к одному очень простому и понятному правилу. Я говорю, слушай, смотри, ну вот был уже определенный план действий, да? Да. Угу. Делал. А что делал? Давай разбираться. Давай. Значит, первый кейс, почему не получается, ну банально, не делают то, что написано в плане. То есть, он написал план, то есть, или не пишут план, или по нему не следуют. То есть, есть третье, называется искажение. Помнишь, ты говорил, это перспективная сеть, угу. То, на чем фокусируешься. Он начинает фокусироваться на проблемах и сам не замечает, как переделывает план из ведущего к цели, к ведущему к проблеме. Банально, ученик, кейс, всякие военные снаряды, такие прицелы для охотников, снаряжение для охотников, для баллистов и так далее. И у него есть такой товар, ночные прицелы. Прибор ночного видения, прибор, да? Ночные прицелы именно, прицелы. Угу. Они очень дорогие, 300-400 тысяч. И он очень хорошо в них разбирается. То есть, экспертиза прямо на уровне. И не покупают. Я спрашиваю, почему? Он говорит, ну вот они считают что-то так, так, так. Я говорю, а давай-ка мы послушаем, как ты с ними общаешься. Запиши-ка это на диктофон. На диктофон или по AMA CRM, там есть фиксация на кодах, послушаем. И тут выяснилось, что когда он в реальной жизни рассказывает про прицел, можно заслушаться. Когда он начинает продавать, это какой-то мямлющий человек. Да, но они неплохие. Не, ну подожди, а там же, ну, они же увлеченные охотники, да, но за 4000 человек покупает сильно увлеченный. Ну да. И мы банально поняли, что он боится продавать. Ну просто, то есть страх. Следующий этап – страх. Боится идти по плану, боится, что не поможет. Решение этого проблемы – смещение фокуса со страха на возможности. Как? Есть несколько техник, но одна из них очень банальная, это, во-первых, ну, себя слушать с моей стороны, это очень полезно. Во-вторых, это когда страх появляется в каких-то мелочах, то каждый час ставишь будильник себе и просто фиксируешь в записную книжку, а что же ты все-таки сделал для прохождения плана. Если ты каждый час системно изо дня в день, в неделю фиксируешь, что, в принципе, не очень много, ну, то есть ты можешь дойти как бы за счет упорства, а можно дойти за счет более точных действий. Угу. И банально за счет упорства тоже можно дойти. То есть неважно как, главное дойти. Нет, это дорого, это долго, но ты можешь дойти. Ну, то есть с каждым из этих клиентов общаться по, там, по 2 часа. 10 раз по 2 часа. То есть рано или поздно ты ему продашь, потому что ты его задолбишь упорством. И люди, кстати говоря, это ценят. То есть я помню, что когда мне там 3-5 раз какой-то менеджер там звонил, в конце концов я сдавался, потому что он был упорный. И я прям, мне прям нравилось, что он упорный, потому что я думал, что он меня прям ценит как клиента, и я прям сдавался. Я помню, несколько таких случаев было. То есть можно взять упорством, но гораздо более дешевле и выгоднее брать не упорством, а брать точностью. То есть что нужно поменять в механике, помнишь принятие решения? Mm-hmm. Да? То есть мы должны принять решение, а что же нам нужно поменять в нашей схеме для того, чтобы у нас банально увеличились там, продажи или еще что-то. То есть, еще раз, значит, первое, это не делают, то есть не пишут плана. То есть нет цели, нет плана. Не делают. Второе, не делают его. Третье, делают не то, что написано в плане. Угу. Следующая очень важная проблема, не воспринимают обратной связи и не корректируют план. Ну, то есть, например, ты написал несколько гипотез. Чем отличается гипотеза от плана? Гипотеза – это предположение, план, да. Это действие. Действие, да. Например, мне интернет даст 10 миллионов. Это гипотеза. План. Надо найти директолога, создать лендинг, WhatsApp лендинг какой-нибудь сделать, автоматический бот, и дальше пошли гипотезы. То есть план, который ты, под гипотезой, под каждый из них план. Найти подрядчика, оплатить, создать, уточнить, подключить и так далее. Это план. То есть гипотеза, нам интернет дает 10 миллионов, а директолог-то есть? Ой, нет, что-то забыли. А конверсии поработали? Ой, нет, что-то опять. А расход, там, рассылку по старым клиентам сделали, чтобы увеличить? Ой, нет, что-то забыли. Ну, то есть классическая история. А почему? Потому что эфир забивается, и дальше принять решение, то есть ты получаешь какой-то результат или отсутствие результата. Угу. Следующий этап называется кайдзен. Японская технология, на познание обратная связь. Тебе клиенты не хотят покупать.
И ты все им пытаешься им впаять, они все не покупают, и ты и конверсия дикая, там какой-нибудь там 0.5%, ты все им продаешь и продаешь, думаешь, ну все, сейчас еще 1000 клиентов, вот целых 5 будет клиентов. Но надо что-то изменить подход. Бизнес-модель, скрипт, общение, контекст, ситуацию, что-то нужно менять. И поэтому в этом случае нам очень классно помогает штука под названием кайдзен. То есть, когда ты сам спускаешься с небес, садишься за телефончик и начинаешь сам звонить. И спрашивать, почему покупают, почему не покупают, почему покупают у конкурентов. Делаешь исследование конкурентов, конкурентная разведка так называемая. Но банально начинаешь общаться с клиентом сам. Вот очень правильно. Просто не продавать ему. Общаться. Да. И вообще я рекомендую заменить слово «продать» на слово «помочь». Это увеличит конверсию раза в два. Ну, как минимум. Сразу просто, просто, да, вот изменение представления о том, что ты не просишь, а помогаешь. Классно. Да. То есть, моя фраза, например, каких-то моих личных, там даже пускай это будет продающая история, ребят, чем могу помочь? Какие у вас есть проблемы, вопросы? Я таким образом калибрую аудиторию, понимаю, что у них происходит, и понимаю, как им могу помочь. И, кстати говоря, это очень точная, точная обратная связь. Потому что люди говорят, ну, у меня такая проблема. Я говорю, ну отлично, давай писать план. Супер, слушай, время, как всегда, пролетает незаметно. Осталось буквально там одна минута нашего эфира. Мы с тобой сегодня очень много прошли. И если подводя итог, но что, что я для себя очень важно отметил, что людям нужно помогать. Это первое, там, неважно, предприниматель ты или как попавший в беду, или успешный. Особенно проблема тем, что когда предприниматели, они сейчас все радеют за то, чтобы их было много. За то, что реально, когда у человека проблема, его никто не услышит, и за это тебе большое спасибо за то, что ты делаешь. Очень важно понимать очень простые вещи, магия цифр. То есть, ты смотришь, а потом принимаешь решение. И вообще, в теории решений попытаться свернуть фокус зрения с темы проблемы на тему возможности, тем более, что, как ты сказал, опять мозг принимает и реальность, и нереальность за реальность. Скажи, пожалуйста, вот финальный, в оставшиеся там несколько минут, совет нашим предпринимателям, чтобы быть успешным. Ведь нас смотрят там в самой отдаленной какой-нибудь там деревушке, где у него 10 человек или там один человек у него работает. Значит, есть такая у меня, был у меня такой очень интересный продукт, он был офлайн, такой практически МБА. Он был офлайн, сейчас он онлайн, назывался «Система на миллиард», «Миллиард за миллион». Там. Вопрос, как прийти к миллиарду. Какой набор действий придет к тебе миллиарду с высокой степенью вероятности. Так вот, я вычленил основная вещь, которая вас с высокой степенью вероятности приведет к очень хорошим результатам, в отличие от всех остальных, кто этим этой фишкой не будет заниматься. Значит, очень простой совет. Минимум 1 час в день посвящать своему собственному обучению. Класс. Всю оставшуюся жизнь. Спасибо тебе огромное. Уважаемые друзья, сегодня в студии «Бизнес-завтрака» на радио «Медиаметрикс» был Алексей Воронин. Огромное тебе спасибо и хочу пожелать тебе успехов в том, что ты делаешь. И спасибо за эфир, очень было интересно. Да, если кому-то интересно, Warren Club – это мой Инстаграм, подписывайтесь, каждые там 2-3 дня пишу какие-то чит-коды, статьи. Есть мой YouTube Алексея Воронина, по вторникам в 10 утра у нас крылья, для тех, у кого совсем беда. И приходите учиться, warrenclub.ru, приходите учиться. Да, коллеги, пишите свои комментарии под нашим видео. И всего доброго, до следующих встреч в эфире на «Бизнес-завтраке». Да, Алексей, пока, спасибо. Пока, спасибо.